Друзья, в общем, публикую это видео прям в режиме лайв. Вот только сегодня мы отпозировали, и буквально через час-два будет награждение. Пока еще победитель не объявлен. Но в любом случае я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал. В Инстаграме я показывал свою подготовку, как я сушился там по два раза в день, как я питался, как я тренировался. В общем, спасибо всем, кто подписан на меня в Инстаграме, кто следил за мной. Я постарался. Не все получилось так, как мне хотелось. Ну, это была моя первая полноценная подготовка, сушка, даже со сливом воды. Чуть позже я скомпоную потом полноценный влог с моей поездки на Кубок Яшанькина. В общем, следите за обновлениями. Спасибо. Пока.